Здравствуйте! Сегодня я приготовлю вареную буженину. 2 литра кипящей воды добавлю надрезанную луковицу и крупно нарезанную морковь. Погружу кусок корейки, доведу до кипения и проварю на медленном огне в течение 40 минут. Добавлю 2 лавровых листа, несколько горошин душистого перца, 1 чайную ложку орегано и 1 столовую ложку соли. Продолжу варить еще в течение часа. Сниму кастрюлю с огня и мясо полностью остужу в отваре. В ступке разотру 3 небольших зубчика чеснока. Добавлю пол чайной ложки зерен кориандра, разотру. Добавлю 1,5 чайных ложки молотой сладкой паприки, 1,5 столовых ложки оливкового масла экстра виржин хорошего качества, поперчу и все тщательно смешаю. Натру кусок мяса сверху. Заверну в фольгу и поставлю в холодильник на 10-12 часов. Прошло 12 часов. Приготовленное таким способом мясо получается нежным и сочным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита!»